Так, добрый день, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня 30 ноября, и в составе казахской делегации, именно в рамках подготовки... Так, а какое количество маточного поголовья у Кенжебека Бакоева? Значит, ягнята. Все ягнята получены от этих хошкаров. Вот, пожалуйста, я вот так подниму повыше. Можете обращаться, выбирать. Здесь 200 кошкаров, 200 баранов. Посмотрите, здесь каждый из них, конечно, есть получше, есть похуже, но в общем вот. В общем вот, посмотрите. 200 кошкаров. Так, добрый день, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня 30 ноября, и в составе казахской делегации, именно в рамках подготовки к параду выставок 2020 года, выставок породных баранов, мы приехали в Кыргызстан. Сейчас мы находимся на хозяйстве Кенжебека Бакоева. Это Таласский район, поселок. Таласская область. Амамбаева. Поселок Рыжая линия отдельно. Вот этот молодой кошкар, сколько у него возраст? Год и два месяца. Год и два месяца, вот черный кошкар молодой. А вот этот взрослый? Это 2,5-3 года будет. 2,5-3 года, да? Посмотрите, какие кошки. Это по кличке Седой, сын Тайсона. Сын Тайсона. А вот этот вот, год и два месяца, уже на овец ставили, на маток, да? Да. От него есть уже ягнята или будут? Будут. А, будут, да, только? Да, будут. Угу. Ясно, ясно. Вот наша делегация, вот наши коллеги овцеводы с Кыргызстана. Марс Байке, салам алейкум, Марс Байке. Вот, Искандер, все здесь. Этот, по поводу покупки ягнят от этих баранов, красных покажем, что у нас есть из красных. Красный кошек, красная линия. Значит, Кенжебек Бакоев ведет селекцию двух линий. И красные кошкары у него, вот посмотрите какие. И черные кошкары. Вот этого кошкара он покупал, насколько я знаю, у Мирлана, да, Мирлан? Да. Как у него кличка? Адмирал. Адмирал. Он в 2018 году занял 3-е место по экстерьеру, по-моему, да? На выставке. Да. Какой у него сейчас возраст? У него 3 года ему. Ага, ему сейчас 3 года. От него уже в этом году есть ягнята или будем ждать в 20-м? Только поставил. Да. Угу. Так, чуть-чуть. Угу. Так, а какое количество маточного поголовья у Кенжебека Бакоева? 500 маток. 500 маток, да? Также к вам будем обращаться по поводу продажи. Вы будете как бы представлять. Угу. Также они сейчас проходят бонитировку на регистрацию новой породы. Также 2020 года в Кыргызстане будет проходить вторая международная выставка породных баранов. К тому времени, вероятно, уже будет регистрация новой породы. Вот если они успеют все сделать. Так, теперь давайте посмотрим ягнят. Что мы имеем из ягнят? Вот здесь, в этих загонах, на продажу, значит, ягнята. Все ягнята получены от этих хошкаров. Вот, пожалуйста, я вот так подниму повыше. Можете обращаться, выбирать. Здесь 200 кошкаров, 200 баранов. Посмотрите, здесь каждый из них, конечно, есть получше, есть похуже, но в общем вот. В общем вот, посмотрите. 200 кошкаров. Сейчас есть кто послабее, они на откорме, а кто получше, они уже... Видно сразу, как у них формируется. Не кошкаров это или нет? Вот здесь уже с черненькими пошли. Вместе. Дальше смотрим. Вот еще, пожалуйста, смотрите. И так вот идет все по кругу. Вот. Конечно, можно было на улицу выгнать, чтобы они раскрыли себя.
Вот. Кому интересна именно вот покупка баранчиков этого года, можете обращаться. Марс Байке. Вот он рядом со мной сейчас. Вот кошкарчики. Ну вот эти получше, да, по-моему? А это по отборней, да? Так, сколько возраст в среднем у них? 8 месяцев где-то. Это вот кошкарчики получены от черных. Так же, да? Да, да. Смотрите, черные они отдельно стоят. Сейчас я удобно встану. Пожалуйста. Стрелка неправильная стоит. Она стрелка сверху. Вот наш селекционер Мирзо делится своими знаниями по поводу селекции с Мирланом. Пусть стрелка будет, но она близко, совсем съедает. Вот так она, один на одного. Это они обсуждают форму Куртюка, как он должен. Вы поняли, да? Стрелка, одна сторона больше должна. Но он делится своими знаниями, он не говорит, что это норма. То есть у нас как бы в Казахстане чуть-чуть, где-то чуть-чуть мы смотрим по-другому, где-то... Это вот кошкары, которых мы видели. Этот седой, который... Угу. Ну, все понятно. Мир...